Абхазия не относится к числу стран, где существуют проблемы с безопасностью туристов. Наша проблема в этой области заключается только в обилии карманных воришек. Их всегда было много, до войны, сразу после нее и сейчас. Мы поснимали людные места города сегодня и поговорили с людьми, чтобы узнать их мнение о проблеме. Наши участковые работают хорошо на рынке. Постоянно они здесь находятся, с утра, с 6 утра до 5 вечера они здесь все время. Так что благодаря, наверное, может их у нас немножко прекратилось. А то раньше, вот в прошлом, позапрошлом году, прямо вот как охотники бегали. Вроде бы вообще у нас в Абхазии безработница идет. И то, что те, которые работали, тоже их тоже снимают с работы, сокращение делают. Безвыходное положение, человек идет воровать, когда в кармане денег нету, на хлеб чем заработать, домой привезти хлеб купить, денег нету, идет и воровать. А что делать? Человек приехал в Абхазию, мы должны его защитить. Раз он приехал сюда, это наша обязанность охранять его и защитить. Даже пусть машины открыты, остальное, чего мы должны лезть за барсеткой чужого человека. И на рынке то же самое, надо порядок наводить. Порядок навести надо, руководство МВД должны построже, должны работать. Это наша культура, наше поведение не соответствует душе Абхазии. Это виноваты мы все, начиная с руководства и кончая простого гражданина. Так или иначе, больше сейчас карманников или меньше, чем в предыдущие годы, эта проблема есть. Безработица в среде молодежи с годами только растет. Поэтому мало надежд на то, что сугубо силовыми методами эту проблему удастся решить. Поэтому несколько простых советов туристам. Не зевать в людных местах, не оставлять ценные вещи в автомобиле, тем более не оставлять его открытым. И, конечно, не брать с собой ценности и деньги на пляж. Сотрудники милиции отмечают, что очень много случаев, когда туристы заявляют о том, что у них на пляже украли сумку или кошелек, в котором находилось 20, 30 или даже полсотни тысяч рублей. Скажем так, мы, слава богу, пока еще не пострадали от этих краж. Это не зависит от того, куда мы едем отдыхать. На самом деле, везде хватает непорядочных людей, поэтому надо быть просто аккуратнее. Вот и все.